канале Кулинарим с Викторией. Сегодня готовлю салат на скорую руку. Салат капрезе. Такой салат всегда выручает, готовится буквально за считанные минуты и получается очень вкусный. Для приготовления нам понадобятся помидоры, сыр моцарелла, соль, перец, специи, растительное или оливковое масло, бальзамический уксус, зелень и кедровые орешки. Полный список ингредиентов вы найдете в описании под видео. У помидоров убираем плодоножку и нарезаем на кольца размером примерно 0,5 сантиметра толщиной. Не слишком тонко и не толсто. Моцареллу тоже нарезаем на ломтики, вот такие, примерно 0,5 сантиметра толщиной. Приготовим заправку для салата. Для этого смешиваем 3 столовые ложки оливкового масла. Можно использовать растительное. С 1 столовой ложкой бальзамического уксуса. Соус солим, соль, перец по вкусу, перчим. Я всегда добавляю в этот соус сушеный чеснок, но это по желанию. Получается очень вкусно с сушеным чесноком. И специи. У меня здесь смесь приправ для салата. Здесь у меня орегано, розмарин, много всяких специй. Специи можно добавлять по вкусу, а оливковое масло и бальзамический соус нужно добавлять обязательно. И все хорошо перемешиваем. Подготавливаем зелень. Обычно используют базилик. У меня сегодня только петрушка. В принципе, ничего страшного, если вместо базилика вы добавите петрушку или укроп. Получится тоже очень вкусно. Собираем наш салат. Я подаю обычно салат порционно. Я готовлю на 2 порции. Поочередно выкладываем помидоры и сыр моцарелла. Кусочек помидора, кусочек сыра моцареллы. Сверху украшаем зеленью. Салатик немножко посолю, добавлю еще немного сушеного чеснока. Соусом я всегда рекомендую поливать перед подачей, чтобы помидоры не размокали. И сверху поливаем соусом. И присыплю салатик сверху кедровыми орешками. Салат готов. Всем желаю приятной дегустации, приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч!